Масштабная акция «Допомагаючи природе, допомагаешь себе» проходить на Брэшине. Подчас ее проведения супрацовники Брэшского областного громадского объединения «Инвалид и осяроддзе» разом с волонтерами проводят у дитячих оздоровленчих летниках экологичные марафоны. Члены Брэшской областной организации «Инвалид и осяроддзе» не под шутках ведают про то, как складано адаптоваться человеку с особливостями психофизичного развития у сучасном свете. Полгода тому объединение отримало дозвол на выкористание гранта Организации Объединенных Наций на сумму 40 тысяч евро. В рамках этой программы несколько аспектов. Прежде всего, нам выделили деньги европейцы для того, чтобы мы очищали воздух. Мы имеем базу на Белом озере, туристическая база «Спутник». И есть у нас там зеленый дом. В зеленом доме мы отапливаем дровами и все прочее. И нам выделили деньги для того, чтобы мы не отапливали дровами, а отапливаем солнцем. Солнечная батарея. Раз. Потом мы имеем еще возможность электрическую батарею ставить, солнечную тоже. Два. И проводим веломарафоны экологические такие по пионерским лагерям. Очень приятно, когда 20 лет назад наши дети-инвалиды боялись выйти после школы в люди, то сейчас они смело, они садятся, они с нами путешествуют и везде принимают в различных участиях, в различных акциях там. И в культурных, и спортивных мероприятиях. У шматликих экологичных конкурсах, викторинах, дискуссиях, лекциях и тренингах одними из первых взяли удел дети Жабинковского оздоровленчего летника «Орляня». Тут у другую смену отпочивают 30 хлопцев и девчат с особливостями психофизичного развития. Мы стараемся, чтобы вот была именно безбарьерная среда вот это вот у нас. Вот, то есть все дети вместе, и никто не обращает внимания на то, что это дети-инвалиды. Мы тут делаем, занимаемся, играем, дружим, веселимся, спортом занимаемся, танцуем. Акция «Допомагаючи природе, допомагаешь себе» будет крочить по дитячих оздоровленчих летниках и школах Брэшской области на протягу 2 месяцев.